Здравствуйте, товарищ Арбалова. Сегодня хочу вашему вниманию предложить небольшой видеообзор на такую вот интересную блесну. Называется она «Профессор 2» от финской фирмы Кусама. Данная фирма выпускает довольно-таки большой ассортимент разных блесен на рынке уже давно. И, в принципе, так сказать, занимает лидирующие позиции в производстве блесен. Как и многие финские фирмы, очень, так сказать, грамотно подходят к созданию своих приманок. Финны, как никто другие, понимают в ловле щуки. И вот они сделали вот такую блесну. Чем она интересна? Данная блесна весит всего лишь 18 грамм при размере 90 миллиметров. В данном случае исполнена она как незацепляйка с фирменным крючком, двойником, между прочим, и такими вот усиками, которые, так сказать, не позволяют крючку зацепляться за какие-либо препятствия, будь то коряги, камни или же траву. Данную блесну применяю в основном в заросших таких крепких местах. То есть вот у нас есть река, довольно-таки закоряженная. И выманить щуку какими-либо другими приманками довольно-таки иногда проблематично. Видя, что место перспективное, но какую-либо проводку там воблером каким-либо сделать иногда просто невозможно. Либо очень жалко оторвать воблер. Но эта блесна очень хорошо проходит препятствия. И, так сказать, выманивает и соблазняет на поклевку хищника. Данная блесна у меня выполнена в двух цветах. То есть это такая белая блестящая и медная. Цвет маркируется как NC, по-моему, если не ошибаюсь. То есть никель купрум. Вертлюжок я ставил сам уже, поскольку использую по поводке струна без какой-либо фурнитуры. И дабы исключить закручивание шнура, я ставлю сам вертлюжок непосредственно на заводное кольцо блесны. В принципе, никакой разницы особой не будет, где он у вас будет стоять. До блесны, либо же на самой блесне. Многие не любят незацепляйки за то, что на них большой процент схода. В данном случае, несмотря на то, что это двойник, сходов на данную блесну, так сказать, очень минимальное количество, поскольку он имеет удлиненное цевьё и, естественно, изготовлен из очень качественной проволоки и очень хорошо заточен. То есть после использования, вот сколько я уже отрыбалил этой блесной, примерно, то уже сезона 3. И крючки сохранили свою, так сказать, почти что изначальную остроту. Естественно, данную блесну было поймано не один десяток щук. Так что блесна довольно-таки интересная. Достойные полетные качества у нее на твердую пятерку. Летит хорошо. Что касается игры приманки, так это просто ее игра завораживает. Проводка, в принципе, применяется не в основном равномерно, но также очень часто использую и что-то подобие стоп-н-го. Поскольку блесна не такая уж тяжелая, и ей при необходимости ее заглубить, так сказать, необходимо делать небольшие паузы. В принципе, ни для кого не секрет. Так сказать, что легкие блесна, если тем более ловить на течении, их выдавливает течение на поверхность. И когда делаешь паузу именно этой блесны, она начинает тонуть и очень активно, то есть так покачивается. Иногда и проворачивается. То есть создается такой осыпающийся эффект световых лучей. То есть словами не передать, это нужно видеть.
На паузах особенная игра блесны, очень интересная. Так что всем рекомендую к приобретению данную блесну. Что на равномерной проводке, что на Stop & Go, эффективность у нее очень довольно-таки хорошая. То есть блесна выполнена довольно-таки очень качественно. То есть никак, вот за годы использования никаких, так сказать, следов коррозии на ней нет. А также ни на крючке, ни на проволочках. Такая вот блесна от финской фирмы Kusama. Рекомендую к приобретению. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.